И у вас есть красивый текст на Деванагари в Варде. Вы отобрали лучший среди шрифтов Сантипур. Все прекрасно. Ошибок нет. Текст выглядит безупречно. И вы его взяли, Ctrl-A выделили, Ctrl-C скопировали и пошли в Photoshop. И нажали Ctrl-V. Он скопировался. И он безобразен. Потому что индийские программисты Adobe не знают о существовании Деванагари. Не догадываются. И поэтому придется как минимум увеличить Кегли, чтобы вот все это безобразие увидеть более подробно. Сделаем так, да, 60. В размере, который приспособлен для Ютуба, 72 кегли уже не влезает. Вот все эти рамы – это признак совершенства, но такого, которое нам не интересно. Итак, выделяем. И, значит, вот здесь нету того окна, который нам нужен. Нам нужно из символа перейти в абзац. А в абзаце нажать на 3-4 полосочки. И вот здесь у нас скрыта вот наши фишки. Так, функции по умолчанию смотрим. Да, функции по умолчанию. Возьмем, значит, ближневосточная и южноазиатская раскладка. То есть по умолчанию латиница и восточноазиатская. Это не то. Ближневосточная и южная. Все. Сразу мы выбрали, вот всего лишь поменяли здесь галочку, и все собрано хорошо. Да? То есть нашло записано в 3 строчки, что возможно, но в общем-то у нас тут текст не влез. У нас не вся шлока. Поэтому уменьшаем. Ну вот получилось 48. Вот 48 влезает. Вот. То есть здесь уже, если мы захотим, мы можем поменять на наш шрифт. Наш шрифт Сантипур. Сантипур. Они у нас разные. 2014 взять. Так, он слишком большой для этого. 36. Ну вот. Что можно даже, скажем, 40 сделать. Вот. Вот. Получается. Так, чтобы в фотошопе сделать красиво, надо не оставлять настройки по умолчанию. Спасибо.